Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о том, как побывать на МКС, посмотреть панораму МКС. Поехали! Значит, очень классная панорама. Значит, я в Google картах, просто наберите Google карты, удаляюсь. Удаляюсь, видите, Земля превращается, значит, нажимаю спутник, продолжаю удаляться. И здесь слева появляется, смотрите, космос, Меркурий, Венера, Земля и Международная космическая станция. Оп, нажимаем, и мы уже внутри. Ох, как все здесь классно, как замечательно, смотрите, можно есть надписи, допустим, купола, вот, и слева здесь текст, конечно, на английском языке, есть, вот, смотрите, значит, союз, вот, союз, spacecraft, вот, и другие объекты, все подписаны, все на английском языке, причем разрешение в, ну, короче, панорама в хорошем разрешении, можно увеличивать и смотреть, на мой взгляд, очень неплохо все выглядит. Естественно, можно и прогуляться по МКС. И что хочу сказать? Так. Только единственное, что сейчас, секунду, друзья. Единственный минус это в том, что здесь... А, вот, видите, вот сейчас. Вот. Надо навести, чтобы появился вот такой вот треугольничек. Почему он появляется или нет? Хоп, нажимаем. И вот мы только теперь переместились. Значит, мы были вот там в куполе. И есть другие отсеки, смотрите, здесь это, я так понимаю, просто отдел для хранения. Опять же, видите, смотрим, когда появляется вот такая вот стрелочка, и нажимаем, хоп, мы уже здесь. Ох, на мой взгляд, очень-очень классно. Так, смотрим дальше, слушайте, дальше, еще раз, вперед. Вперед, и можно вообще тут, смотрите, вот, где, значит, для выхода в космос вот эти... Значит, костюмы, да? Смотрите, вот они. Так. Дальше. Так, опять же. Если что, можно сразу же читать. Единственное, опять же, минус, все на английском языке. Вот, то есть, если кто-то знает английский язык, конечно, для того проблем не будет. Так, давайте. Я не помню, там были, но... Или нет? Нет, по-моему, здесь все-таки нет. Вот здесь я видел, что надпись... так, не надпись, а здесь я видел видео. Видео, как здесь космонавты снимались, о чем-то рассказывали и так далее. К МКС уже недавно пристыковывался, значит, космический аппарат от Илона Маска. Я не помню точно, как он называется. Space Dragon, да? Как-то так. Так, здесь еще какой-то люк. Ну и смотрите, сколько флагов. Естественно, первыми организовали МКС это русские и американцы. Вот. Ну ладно, друзья, смотрите сами. Ссылочку я оставлю в описании. Там можете просто пройти по ссылке и просто, значит, погулять по МКС. Никуда не заходить ни в карты, ни в какие, а просто, значит, выбирайте. Просто проходите по ссылке, и вы уже на МКС. Всего доброго. Всем пока. До свидания. Ссылка в описании.